сегодня мы рисуем американского булли. Отметим некие рамки. Стараемся за эти рамки не выходить. Итак, разделим как бы на 4 части. И в левом верхнем углу будем рисовать голову. Для начала рисуем круг. Здесь у нас разделить наполовину наш круг. Здесь у нас будет носик. Делаем центр. Носик. Глазки у нас будут, если делим. Так, вот отсюда делим на 3 части. 1, 2, 3. И вот здесь у нас будут глаза. Здесь у нас уже будет мордочка. Между глазками у нас расстояние будет широкое. То есть берем сразу пошире. Приблизительно вот тут у нас будет глазки. Thank you.
Вот такой замечательный американский булли у нас получился.